Сегодня особый день, да? Все, кто чувствует побуждение прославить Бога пением или словом, сегодня есть такая возможность, и это очень хорошо. Вы знаете, я скажу несколько слов перед тем, как мы услышим знакомые песнопения, но в новом исполнении. Ну вот, у нас есть согласие. Еще есть два брата, которые тоже должны были участвовать в нашем пении, но это, наверное, в следующий раз. Когда мы приехали в Америку, я первый раз попал на служение погребения. И знаете, я мало кого знал, почти никого не знал, но я запомнил очень знакомые слова от брата Вениамина Мишина, который говорил на этом служении. Он сказал следующие слова. «Дорогие братья и сестры, так ли мы живем, как мы говорим? Так ли мы живем, как мы поем?» Я подумал, они так меня коснулись. Я давно знал эти слова. Я давно их знаю. Но почему они мне так коснулись сегодня? И вы знаете, мы поем. Мы хорошо поем. Ну, в смысле, хорошие слова, хорошее песнопение. Мы правильно говорим. Но так ли мы живем? Так ли мы живем, чтобы оказаться в этом городе святых, о котором мы поем, о котором мы проповедуем, и оказаться там, где живет Господь? Да поможет нам Господь. Если мы чувствуем, что есть какая-то разница между тем, что мы поем, что я пою, что я говорю, Бог по своей милости дает возможность нам исправиться. И в этом великая любовь нашего Господа к нам. Песни, так давайте ж на земле
вместе славить Бога, чтобы стало нам светлей небеса дорога. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живу, там песни пою, и Иерусалим. Город святых и Иерусалим, к тебе я стремлюсь, с тобой я союз, и Иерусалим. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. С тобой я союз, и Иерусалим.